Еженедельное рабочее совещание прошло в администрации Северского района. Обсудили реализацию регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Молодежь муниципалитета на постоянной основе участвует в целом комплексе мероприятий. В Северском районе в течение последних нескольких лет сформировалась устойчивая система патриотического воспитания молодежи. С 2015 года функционирует как координатор патриотической работы в районе Центр патриотического воспитания молодежи имени Героя Советского Союза Семена Григорьевича Соболя. Налажено тесное взаимодействие с образовательными, а также общественными организациями района и края. С 2022 года муниципальное образование «Северский район» наделено полномочиями по осуществлению государственного строительного надзора. В рамках этой работы ведется реестр самовольных объектов. В настоящий момент в данном реестре 72 объекта. Новые объекты вносятся в реестр лишь после подачи исковых заявлений в суд, поэтому их будет больше намного. То есть это те, которые уже в суде? Это которые непосредственно в суде. Суд принял их в производство, уже ведется производство. Также на данной платформе можно проанализировать объекты на карте Северского района. Мы видим, что большая часть объектов в настоящее время самовольных расположена в границах Григорьевского сельского поселения. Это наше так называемое эко-поселение. Глава района порекомендовал всем поселениям наладить взаимодействие с управлением муниципального контроля. Строительство новых объектов должно вестись с соблюдением всех необходимых норм и законов. В заключение встречи обсудили вопросы к работе ресурсоснабжающих и мусороуборочной организации, среди которых жалобы населения на некачественный вывоз мусора и перебои в подаче электроэнергии.